Start here. I mean, it's late now. Do we have another? Should we have a couple of more chairs? Seven. 1 hour is no problem. Oh, only 1 hour late. I apologise. It was not my fault. Do we have a couple more chairs for I'm here for the rest of the band? No, serious. I like to be on time. Hello, this is Public Image Limited. And how do you do, Moscow? Has anybody got a question for us? Давайте сразу с вопросов начнем. Сразу. Hello. This is Bruce, our drummer. Who's just ruined a great interview. You're here. Are you going to do the translation? Yeah. Right. Fantastic. So, all questions. Maybe I just tell them a little bit about the story of Kazan. Yeah. Значит, ребята, это мы на самом деле делаем исключение для группы Peel. Мы давно уже коммерчески никого не возим в Москву. Мы стараемся делать только фестивали какие-то интересные там по всему миру. Но этот акт настолько потряс меня. Я знал, что вот мой друг Лу никогда не подведет. Он мне говорил, что это супергруппа. Что вот этот человек действительно обретет новое дыхание в группе Public Image Limited и даст, безусловно, самый лучший музыкальный акт в истории не только нашего фестиваля «Сотворение мира» в Казани, но и в истории всей моей жизни. То, что этот человек, который там в быту бывает довольно-таки таким смешным и неудобным, вдруг на сцене превратится в такого всепобеждающего, тотального фронтмена, и в том, что музыка превратится в такой захватывающий рейв, никто этого не мог ожидать. Это действительно был суперконцерт, поверьте мне. Я сейчас написал об этом пост в Фейсбуке, и вы можете ожидать чего-то тотального и невероятного. То есть я ничего подобного не видел. Говорю об этом с полной ответственностью. I just told them about our extremely psychedelic and strong experience in your set in Kazan, which probably was the best set in all history of our festival and maybe of all our musical life. It's true. It's not exaggeration. Kazan. With all the sound and guitar. It was a wonderful experience, but our memory of Kazan is horse meat. Их воспоминания о Казани еще и конина, которую едят татары. Давайте тогда начнем прямо с вопроса. Чтобы назначить вообще, это все такой стандартный вопрос. 20 лет все-таки перерыв между альбомами. Какие были ощущения, чувства, страх, может быть, наоборот, агрессия, энергичная такая перед выходом нового дисциплина? For 20 years it was a break between the last album and the reunion. And what was your feelings when the reunion happened? It's not a reunion. For 20 years the recording industry kept me in a condition of financial ruin. Это не был reunion. Дело в том, что на протяжении 20 лет рекорд-индустрия держала меня в состоянии финансового краха. As bad as the East is, the West is worse. На самом деле, настолько плохо Восток, то есть как бы мы, Запад еще хуже. They used a wonderful term called recoupment. У них есть потрясающий термин, который называется компенсация, то есть возвращение расходов. Which meant by selling vast amount of records, I owed them money. Который заключается в том, что даже продав громадное количество альбомов, я все равно должен денег рекорд-индустрии. By giving them culture, honesty and integrity, I found myself in financial ruin. Я отдавал им свою культуру, свою цельность, свое творчество, и при этом оказался в состоянии финансового краха. And I have survived. Но тем не менее я выжил. Many others would have become drug addicts or alcoholics. Многие другие в этой ситуации становились наркоманами, алкоголиками. I'm a slow learner and I'm still working on it. Но я в этом смысле такой умеренный товарищ, и я немножко всем этим балуюсь, но умеренно. It's a very difficult thing to understand for you, but the Western press is completely, utterly corrupt. Imagine that. Может быть, для вас это очень сложно понять, но мне кажется, что западная пресса тотально коррумпирована. And so when you stand up for social issues that really matter to you and your community,
and your family and your sense of culture, you become a serious problem for the institution. Когда вы реально затрагиваете серьезные социальные проблемы, проблемы вашей культуры, проблемы вашего общества, у вас появляются серьезные проблемы, если вы действительно серьезно затрагиваете эти вопросы. Life has not been easy. Жизнь не была легкой. And yet I've done no harm to no one. И я не делал никому никакого вреда. All of us, we are at the cutting edge of creativity music-wise. Все из нас, значит, внесли свой вклад в то, чтобы быть на острие, на рубеже, как бы на передовом рубеже музыкального творчества. Imagine a band more excellent. The Damned, the Pop Group, the Sex Pistols, and the Spice Girls. I knew you were going to bring that. And a very good manager. Представьте себе более идеальную группу. Ветераны The Damned, поп-группа, Sex Pistols и Spice Girls. И потрясающий менеджер, который, кстати, служил в спецвойсках. I have tried to operate in what we call Western capitalism. It is never ever worked out well for me. Я пытался существовать в условиях так называемого западного капитализма, но это никогда мне не получалось. And as an example, this is a man I've known since 11 years old. Этого человека я знаю с 11-летнего возраста. This is Rambo. Это Рэмбо. Right? A man who will never lie to me. Человек, который никогда мне не соврет. Because of our culture. Потому что у нас есть своя культура. And I have never found anyone in the recording industry with this sense of integrity that I could find in my own community. Я никогда не нашел ни одного человека в музыкальной индустрии, в рекорд-индустрии, у которого было бы такая цельность, как у любого из людей из моего сообщества. Look at my community. These are my very best friends, and they quite like me sometimes. Это мои лучшие друзья, и они иногда такие же, как я сам. The sheer joy we have of making music. But for me, for my own personal self, I can tell you, This Is Pill is the best record I have ever made. И это величайшее счастье, что мы имеем возможность вот с этими Because ребятами. I love these people. Величайшее счастье, что мы можем с этими людьми сейчас делать музыку. Я вам скажу, что последний альбом Peel – это самое лучшее, что я когда-либо сделал в своей музыкальной жизни, потому что это громадное счастье работать именно с этими людьми. And they quite like me when the toilet's big enough. И они тоже меня любят, когда туалет достаточно велик. Окей. Обычные шутки. Что? Hello, sir. Первый вопрос о том, помните Джонни первую группу, которую мы слышали, которая произвела на впечатление, и какая музыка в подростковости побудила его заниматься этим? Do you remember the first ever band which impressed you, and what kind of music influenced you to start your music yourself? My mother and father always bought music, always played music in the house. I was brought up with music continuously around me. Моя мама и папа постоянно крутили музыку дома, то есть я вырос вместе с музыкой. I have no prejudices. У меня нет никаких предубеждений. And I think that's true of all of us, really. Мне кажется, это относится ко всем нам. And this is the explanation and the anxiety I feel when people think they understand what punk is. Mm-hmm. They do not understand punk. И поэтому у меня всегда была такая тревожность, некоторое недоверие, когда люди претендуют на то, что они понимают, что такое панк. Они не понимают, что такое панк. Punk is an open mind. Панк, прежде всего, это открытый, свободный ум. And the record companies are a closed door. А, значит, рекорд компании это закрытая дверь. Which is why you're wearing Rancid and I'm not.
Это, вот почему вы выносите вот такую майку, а я такую не ношу. Я не знаю, что такое Rancid. И второй вопрос насчет того, что многие английские фан-группы начинали с... You see, for us, it's our culture. It's not product. Для нас музыка — это культура, это не продукт. Let me ask you one more question. And Rancid have never been hooligans. Кстати, Rancid никогда не были хулиганами. Second question is almost about Rancid. Вся английская панк-музыка начиналась... Rancid! As in Sid Vicious! Stooges и Ramones. Общался ли Джонни с хип-хопом из группы Ramones? И как он к ним отнесся? Have you got any communications with American punk, with Ramones, Iggy Pop, and what do you think about them? These are friends of ours. Of course, we all know each other. Они наши друзья, конечно. But their approach to music is not as a cultural background. Но их подход к музыке не является подходом с как бы позиции культурного бэкграунда. And no offense, but basically they want to be pop stars. Это не оскорбление, но в основном эти ребята хотели быть поп-звездами. And we are musical hooligans. А мы музыкальные хулиганы. Proper. Настоящие музыкальные хулиганы. Especially him. Yeah. Кстати, вы знаете, что Лу знает там 20 языков, в том числе русский, живет в Кызыле, Тува. У него тувинская жена, тувинско-английский ребенок, играет на всех фольклорных инструментах в мире, в том числе в группе Public Image Limited. Он играет на фольклорных инструментах, которые космически звучат. Let me explain this really simply, but well. We have no prejudices. We follow no manifesto of idiocy. The trouble with punk is it adopted a manifesto and a uniform. And they didn't listen to us, the original punks. Дело в том, что мы, чтобы вы еще раз поняли, у нас нет никаких предубеждений, никаких стереотипов. Мы не следуем этим идиотским канонам панка, которые выдумала за нас индустрия, которые не понимают, что такое настоящие изначальные панки. And that's a very difficult problem that's still existing to this day, because you do not understand that we are outside of that agenda. И вот это наиболее тяжело, чтобы люди нас понимали, потому что мы вне этой повестки дня, мы вне этой индустриальной коммерческой панк-повестки. Мы как бы другие, мы настоящие. And that will cost you £2.50. Это вам стоит 2 фунта 50, чтобы понять. Oh, you're so deadpan. Можно еще вопрос? Пожалуйста. No, you understand, the songs are about our life, how we live. Песни, они о нашей жизни, о том, как мы действительно живем. We're not selling you silly love songs or stupid national anthems or anything like that. Мы не продаем вам какие-нибудь дурацкие любовные песенки или какие-нибудь национальные гимны. Мы не играем в это. Our songs are about the situations we hate and the people we love. Наши песни о тех ситуациях, которые мы ненавидим, и о людях, которых мы любим. And so it's very odd for me. How many years now? 35 years. That I still have to explain that to you. И мне очень странно, что я уже на протяжении 35 лет вынужден это все объяснять. You know, are you going to listen to yourselves, the press, or are you going to start paying attention? И в конце концов, будете ли вы продолжать слушать самих себя, то есть вас, прессу, или вы наконец-то обратите внимание на то, что я вам говорю? This is pill. Это пил. Pills. Oh. Давайте. Собственно, через Пилл прошло довольно-таки большое количество участников. Вот что общее для них, для всех, что объединяет, что притягивает людей в Пилл? Quite many people are actually experienced playing music in the Пилл lineup. Yeah. What's 49 of them? 49. Yeah. What is common among all of them? Well, what we've discovered, and here's the two people I've worked the longest with, right?
And these are my two closest Peel allies. Right? Вот эти ребята мои ближайшие соратники. Is that the rest of them were greedy fucking ignorant pigs. Все остальные, значит, грёбаные свиньи. And there are many egotistical bastards that have earned money out of Peel. И очень много, значит, эгоистических ублюдков, которые заработали себе на Peel деньги. But Scotty is our number one bass player forever. Но вот Скотт — это номер один бас-гитарист вообще. Because the man has heart. I've tried so long and so continuous to make people understand that this music for us is about community. Я столько лет потратил на то, чтобы всех убедить, что музыка вот эта вот для нас — это означает сообщество, наше сообщество. And Scotty brought the Spice Girls into this. И Скотти наконец-то ввёл Spice Girls в это сообщество. And I don't mean that cynically at all. You must understand why we love each other as human beings is he has a sense of value in here. Scotty's integrity is absolutely now a vital part of what public image is. Я никакого цинизма тут не имею в виду, когда говорю о Spice Girls. Дело в том, что Скотт — это потрясающий цельный человек, и вот то, что он привнес в Public Image, это стало частью нашего коллективного сообщества, коллективной цельности нашей группы. His open-mindedness, очень открытый человек, открытый has ум, taught us so much. Очень многому нас научил. And he's just had a birthday. No. У него только что был день рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Scotty. Happy birthday. It's so important you understand how we connect as human beings is that we do not lie to each other. That is the difference. That is what makes us not popular music. Очень важно понимать, как мы существуем как группа. Мы никогда не врём друг другу, и это нас существенно отличает от большинства поп-групп. But it makes us one culture. Но это делает нас единой культурой. Because there is just us, all of us. Потому что это культура всех нас, вот всех нас, кто здесь. Not us and them. Не их и этих. Or them and us, и не тех, и нас, but us. Но нас, вообще нас. And religion and governments. И до свидания, религия и правительство. Rules are for fools. Правила для дураков. But learn the rules first, because that's how you know who the fools are. Но сначала выучите правила, потому что через это вы поймете, кто дураки. Отсюда вопрос. Да, пожалуйста. Хотелось бы задать такой вопрос. Я был на концерте в Лужниках Sex Pistols. Понравился ли мистеру Ротану этот концерт? И поддерживает ли он отношения с музыкантами группы Sex Pistols, с Луком, Медлоком и Джонсоном? This guy was in your gig in stadium with Sex Pistols a few years ago. So, did you like this concert and do you keep your relations with musicians of Sex Pistols? Last lineup. Let me explain this. When I was in the Sex Pistols, we never liked each other. Давайте я вам объясню. Когда мы играли с Sex Pistols, мы никогда не любили друг друга. For many, many different reasons. Этому было много причин. Now the Sex Pistols do not exist. Сейчас это просто не существует. Sex Pistols нет. I'm considering the idea. What kind of thing? I am considering the idea. Я рассматриваю идею. Of liking them. Что я могу их полюбить в конце концов.
well. And them with me. But the truth is, now we don't work anymore together, we're now social. It's a different thing. That band was put together because we really didn't like each other. Эта группа была сформирована по другому принципу. Эта группа была собрана именно потому, что мы друг друга не любили. It made for interesting music. И это закончилось, возможно, интересной музыкой. But the world deserves a bigger picture than just pure animosity. Но мир заслуживает более широкую картину, чем вот такой вот продукт такого чистой враждебности. And so through the years, и спустя многие годы, I've learned that respect and true friendship gets better results. Я понял, что все-таки уважение и настоящая дружба, она приносит лучший результат, чем неприязнь друг к другу. But it's not like I chose the Sex Pistols or they chose me. That was the condition that I was introduced into music through. Но это, понимаете, ситуация не была такой, что я выбрал Sex Pistols или Sex Pistols выбрали меня. Это просто были какие-то, значит, безусловные условия, это были условия, через которые ввели меня в мир музыки. And being a really bad football hooligan. Я был действительно таким плохим футбольным хулиганом. It seemed natural at the time. Это было естественно в то время, что я стал членом Sex Pistols. Do you still support Arsenal? Forever. What about Arsenal? Let me explain. Навсегда буду поддерживать Арсенал. From 4 years old, my father brought me to Arsenal Stadium. Когда мне было 4 годика, меня отец привел на футбольный стадион. And told me, that's my local team. И сказал мне, это наша местная команда. That is my community. Это мое общество, мое сообщество. That is my family. Это моя семья. My culture. Моя культура. And that be true. Win, lose or draw. Arsenal! Проигрывают они, выигрывают или ничья, Арсенал. It's not about the winning or the losing or the cups. Football in its truest essence is community. Неважно, выиграли, проиграли, ничья, футбол это тоже сообщество. Это основа футбола. Anyone can support Man United. Кто угодно может поддерживать Манчестер. But unless you come from Manchester, you're a fake. Но если вы не из Манчестера, это фальшивая поддержка. And I'm from Arsenal, lad. А я из Арсенала. Я из этого района. Win, lose or draw. These are my brothers in arms. Проиграли они или выиграли, это все равно мои братья по оружию. Family. Семья. What about Arshavin? Yes, Arshavin is a difficult one. Это особый случай, тяжелый случай. We are more than happy to give him back to you. И мы более чем рады возвратить его к вам обратно. But I must tell you, Arshavin was a genius player. Genius. Он был гениальным игроком. Loved that man. Arsenal killed him. I agree. Арсенал его убил, на самом деле. And so my heart is more to Arshavin than Arsenal in this respect. Because в этой конкретной ситуации мое сочувствие, мое сердце скорее с Аршавиным, чем с Арсеналом. They asked him to play out of position. Ridiculous. Они заставили его играть на непривычной для него позиции, это было очень неправильно. It's like asking Johnny Rotten to be a pop star. Это все равно, что попросить Джонни Роттена быть поп-звездой. It ain't gonna happen. Это никогда не случится. Пожалуйста. Джон, добрый день. Скажите, пожалуйста, в мире миллионы детей, которые набивают себе татуировки Sex Pistols, в футболках Sex Pistols. Вы осознаете свое влияние на молодежь и делаете ли что-либо? For many years, a lot of youngsters, a lot of teenagers, they do tattoos of Sex Pistols, t-shirts of Sex Pistols. Do you understand your
influence to these people? I don't like. Do you feel responsibility? I do not. There's not a tattoo on my body. Видите, у меня вообще ни одной татуировки нет. So you obviously got that wrong. You know, tattoos. Why do you want to victimize yourself that way? Зачем, значит, приносить себя в жертву? And that's surely a heavy metal problem. Это такая хэви-металлическая проблема. And not a Johnny Rotten problem. Но это не моя проблема. But I do have hemorrhoids. Но у меня есть, но у меня есть геморрой. And that is all of our problem. Community. Еще вопросы? Пожалуйста. Hello. There are stories about, not only stories, but also videos about our after parties in Kazan, and stories about our ride in taxi with the singing along the Russian pop songs, yes. Remember? What kind of desires you have for your free time in Moscow? No more horse meat. Никакой конины больше, как в Казани. In Kazan we ate a lot of horse. Значит, в Казани очень много лошадей мы ели. The reason we drove around all night long. Значит, причина того, что мы ездили was to get rid of the excess horse meat. Это для того, чтобы избавиться от чрезмерного количества конины в организме. I have never seen so many happy cows. Я никогда не видел столько много счастливых коров. As in Kazan, because cows are not on the menu. Как в Казани, потому что в Казани коровы не являются частью гастрономического меню. How can you not party with that? The Kazan gig was fantastic. Но казанский концерт был фантастическим. It was such an odd, weird, strange thing to do. Это было, с одной стороны, очень странная такая, очень странная такая вещь. And to know the president was visiting. И президент Медведев. Vice president. Yeah. No, president. Ah, president. Then president. Президент Медведев тогда танцевал прямо перед выступлением. Пил, но правда не напил, а на Гоголь Борделло. I didn't know who to boo because so many dignitaries kept coming in, so I just booed. Да, я не знал, кому там делать бу, потому что столько много всяких там начальников и каких-то знаменитостей там подходило. То есть я всем делал бу. But I do that not out of disrespect for their political office. Но это не выражение как бы неуважения к их политикам. But for the absurd armed guards that every single one of these dignitaries required as they entered the field. Слишком много было вооруженных охранников, которые охраняли президента и всяких знаменитостей, которые вместе с ним проходили. Ну, не знаменитостей, а таких, значит, больших персон. And as far as I know, to this present day, the only thing a politician has to fear is his own relatives. И насколько я знаю, единственное, что должен бояться, чего должен бояться политик, это его собственные родственники. Oh, that went down well. I don't think the translation was quite accurate. Oh, I've hit a real truth here. This guy should confirm. He is your watchdog, but he confirms that my translation is close to perfect. Yeah. Is it correct, Lou? Yeah. I have one request. We've worked really hard the last 5 days. У меня есть одна просьба. Мы очень интенсивно работали последние 5 дней. We've had something like
5 hours sleep in the entire agenda. И у нас всего было там, не знаю, часов 5 сна. Where are the drinks? Где напитки? Где напитки? You know, come on! Ребята, Саша, музыканты требуют бухла. Саша! 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 Музыканты требуют бухла на всех. Понял? We have some white wine, please. This is a белого вина, белого вина. This is our first day off, right? This is our relaxing time. Yeah, but we call this a relaxing afternoon. Это наш первый выходной день, да и то мы выступали сейчас на ТВ. It has been the most amazing tour. We played Croatia, Serbia, Macedonia. Yeah, it's been fucking fantastic. Это был очень хороший тур. Мы играли в Хорватии, Македонии, Сербии, в Таллине. Фантастически хороший тур. And the truth is, we are all one people. And I'm fucking thirsty. You're just a monster worker. This is the worst Russian wedding I've ever been to. Пожалуйста. Tell him this is the worst Russian wedding I've ever been to. Это худшая российская свадьба, на которой я когда-либо был. Drink. This is not a love song. Fucking hell, it ain't, is it? This is not a beer song. It's not a beer song. Yeah, that's fucking dead right. I don't mean to come across like an alcoholic, but we have worked so hard, and I'd love to celebrate with you. You know, because the Russian reputation is solid. Хочется с вами бухнуть со всеми. Водка. Давайте тогда заканчивать. You know, I come as a friend now, and I'm getting dry. Он умеет, я вам говорю. You should be ashamed of yourselves. You know, we don't want your money, we just want your booze. So fucking get on with it. Давай. Джонни учился в католической школе, вообще это как-то повлияло на его дальнейшую философию жизненную. Вообще, что он вынес из этого? He says that you've been in Catholic school. Is it true? And did it influence your life? Yes. I spent all of my early life deliberately not knowing how to sing. Я все мои ранние годы провел, не зная, как петь. Нет, напрасно, чтобы показать, что я не умею. А, да, чтобы показать, что я не умею петь. Because if you could sing, they would put you in the Catholic choir. Ага, потому что если ты хорошо, да. Если ты хорошо поешь, то тебя засунут в католический хор. Yeah. Which meant the priests would have access to you as a young child. И в этом случае попы будут иметь доступ к тебе как к маленькому ребенку. And my bottom is sacred. Но извините, моя попа священна. So perfect for the Sex Pistols. Очень совершенно для Sex Pistols. See, when I joined the Pistols, I had no idea of a voice or a singing attitude. Когда я присоединился к Sex Pistols, у меня не было вообще идеи о том, как петь. So I based everything on how I write and the words I write and the poignancy of those lyrics. И я просто писал стихи и пытался произнести все правильно, как это все мной было написано. So I found my own voice. И я таким образом нашел свой собственный голос. Обрел свой собственный голос. And
which Oasis still haven't managed to do. И до сих пор никакой Oasis не смог повторить мой голос. You sing from the heart. If you mean what you say, you win. И вы поете от сердца, и если вы действительно имеете в виду то, о чем вы поете, если вы верите в это, вы побеждаете. And this is my culture. I am no vulture. Да, это моя культура, я не ваучер. One drop in all of this ocean, not gonna be causing commotion. Buses to us. Lily. Scottish. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Scotty. Happy birthday, come on, Scotty. Cheers. Horrible. Это по-шотландски, по-ирландски. No, not pose. Whiskey and beer. I like the way. Not pose. Prejudices about music. Опять-таки, у меня нету никаких предрассудков. Every person that goes through the energy and the anxiety it takes to put a record together, I'm at one with them. I know the pain and the agony of having to put yourself into a position of being judged. Любой человек, у которого хватает достоинства и силы, значит, записать альбом, я уважаю этого человека, потому что я знаю, насколько это страшно и насколько это ответственно быть судимым другими. So no musician, no singer can ever be my enemy, ever. И музыканты, певцы никогда не смогут быть моими врагами. But of course I have likes and dislikes. Ну, конечно, у меня есть привязанности и какие-то вещи, которые я не люблю. And for me, I just wish a lot more singers would write what they believe in. И мне бы хотелось, чтобы гораздо больше певцов верили действительно в то, что они поют, в то, что они пишут. And I think it is the continual problem with modern pop music that people like Sting have no heart and soul. И мне кажется, что вот эта проблема вообще современной поп-музыки, что люди как типа Стинга, у них нету сердца и души. Or as Rod Stewart would call him, Sizzling. Или, например, как Род Стюарт. For me, yeah, this is why I've resented titles like punk, hardcore, heavy metal. I prefer the term folk. Я всегда сопротивлялся вот этим всем наклейкам типа punk, heavy metal, там hardcore. Я предпочитаю слово folk. Because I look lovely in a long dress playing a harp. Потому что я очень выгляжу хорошо в длинном как бы платье, играющем на арфе. Кстати, в Казани говорил несколько раз Джонни, что он... Do you understand? All categories must be eliminated, destroyed.
все категории они должны быть вообще убраны. Because it's business for these people. It's just business. Потому что все эти категории это бизнес для людей, которые их определяют. It's business and advertising that sells stadiums out. It's not quality, it's not reality. Бизнес и реклама вот что продает стадионы. Это не качество и не культура. And this is a problem in the West, and it absolutely puzzles me that the exact same problem that the West created is so easily adopted in the East. И это большая проблема западного мира, и для меня очень жаль, что вот так легко эта проблема созданная западным миром так легко внедрилась вот в этот восточный мир. I own a Volvo. У меня есть Volvo. Пожалуйста. And I don't drive. Но я не вожу его. Hello, Brucey. Собственно, важна ли для него вот эта вот составляющая в кубинской музыке? И был ли у него какой-то собственный опыт переживания через кубинскую народную музыку, чего-то трансцендентного? Very long question. Let me answer it this way. I just seen Putin at the G8 conference, standing next to that English asshole Prime Minister. Я только что видел Путина, который там стоял рядом с этим ублюдком нашим премьер-министром. I always imagined Putin as a very tall, broad Viking warrior. Мне всегда казалось, что Путин такой высокий боец. He's a very small man. Он очень маленький. He was not riding a white horse with his shirt off in those old photos. И он, he was not. In them, there's old photos of him riding a big white horse with his shirt off. Все вот эти вот его топлес фото, когда он ездит на белой лошади по пояс голый. The actuality is a schoolgirl on a pony. Но на самом деле это школьница на пони. And yet. I agree with a lot of what he says, because the world is not so simplistic. Но, кстати, я согласен со многим, что Путин говорит, потому что мир не настолько прост. It is not us and them. Это не то, что мы и они. It is all of us. Это все, все о нас, о всех. And as much bad as Putin can be represented in the West or the East, as much bad politic-wise, he can be misrepresented. И, значит, он может быть неправильно интерпретирован и неправильно как представлен, что на Западе, что на Востоке. He's just a guy that needs a pink ribbon in his hair. Это просто парень, у которого, значит, розовая ленточка. This is politics. Розовый бантик в волосах, да. И это и есть политика. Risky. Fucking fantastic. Давайте, может быть, заканчивать, ребята, более-менее все понятно. It's so difficult. Listen. Не, он не угощает. God, let me flow, I'm on it. Но я вам скажу, что действительно убойный концерт, поэтому, пожалуйста, все приходите. Концерт убойный, да, пожалуйста. Приходите, пожалуйста. Politicians are our natural enemies. По политике это наши естественные враги. It is us, the people. We own this world. Us, all of us. Нам, людям, принадлежит мир. There is only us. And we do this without violence. Violence is the weapon of the politician. Мы управляем этим миром, мы управляем им без насилия, насилие оружие политика. Viva the heart revolution. Мы сделаем революцию сердца. This is the spiral theory, completely now understood. Why we
as a community of human beings, must never allow ourselves to be dictated to ever again. The problem begins when you take a politician seriously. Очень важно понимать, почему мы не должны никогда опять позволять диктаторствовать кому-то над собой. Johnny loves you. Значит, проблема начинается с того момента, когда вы начинаете воспринимать политиков серьезно. Я вам ничего плохого не сделаю. Я вас no harm. Никакого вреда. Пожалуйста. Здравствуйте, Джон. В первую очередь мне бы хотелось сказать большое спасибо за последний альбом. Он получился замечательный, тем более, что я знаю, что это было с трудностями, и я восхищаюсь вашей работой. Thank you very much for your last album. I admire this album. I think it's an excellent album. I know that you encountered some difficulties in the way to do this album, but finally the result is absolutely amazing. Yeah. I admire this. Yeah. Not only fighting the political shitstorm, which means record company corruption, corporate thinking. Но всякого много было дерьма, всякого корпоративного вот этого вот рекорд компанейского дерьма. And raising the money by doing nature documentaries. Yeah. И, значит, who is raising the money making? No, that's what I did for 20 years. I did nature programs. Я собирал деньги для возрождения этой группы, значит, делая всякие программы о природе. Save the gorilla, save the great white shark. Значит, сохраните белую акулу, сохраните гориллу. And ultimately, save British butter. Yes. И в конце концов сохраните британское масло. Which was a part of the farming community of Britain. Britain's economy has been collapsing for many, many, many a year. Между прочим, это на самом деле было не просто реклама, а действительно это было какое-то действие в защиту фермерского сообщества в Англии, потому что фермерское сообщество экономика разрушалось в Англии. So indirectly, I'm supporting farmers. То есть, может быть, не прямым способом, но вот эта реклама, я поддерживаю фермеров. And learned by doing the butter adverts. И я, между прочим, научился многому, делая вот это. The other butter manufacturers wanted to kill me. Потому что другие производители масла хотят убить меня. The most anarchistic thing I've ever discovered in life is that there can be war over butter. Самая анархистская вещь, которую я вообще открыл в своей жизни, это то, что может случиться война из-за масла. So, here it goes. I eat British butter. Я ем британское масло. I use New Zealand butter under my arms. Я использую новозеландское масло. And Lurpak is a very good anal lubricant. Lurpak, Danish butter. Да, Lurpak. А датское, значит, новозеландское использует для того, чтобы мазать свои подмышки, а датская очень хорошая смазка для задницы. So my life has been one of episodic discoveries. Это мои такие эпизодические открытия. Just too close to the other one. And because of my misuse of butter, I have become a misogynist. I have become anti-woman because of Australian butter. Из-за австралийского масла я стал как бы женоненавистником. So you understand how the media manipulates situations here and creates false agendas. Вот пресса манипулирует различной информацией и создает как бы фальшивые повестки. Over something so stupid as butter. Даже вокруг такого глупого, например, глупой такой материи, как масло. What chance does an anarchist have in a world like that?
what chance does an anarchist have in a world like that? Ага. Какой же тогда шанс вообще есть у анархиста в таком мире, как этот? Here we go. Let me now ask you a question. Un momento. One question. Russia. What is anger? Anger is an energy. Anger is an energy. Anger is an energy. Anger is an energy. You understand? What is anger? Ah, I'm too tired for this. Listen to you. You've got to join in and understand. We are all in this world together. We got to change it. There is nowhere, and I've traveled the world now several times, where anybody is happy with any government at all. And the problem begins because you accept that they know better than you and therefore you follow. Проблема начинается тогда, когда вы думаете, что правительство лучше вас понимает вещи, чем вы. Now, we, we mean no harm to no one. Мы не причиняем вреда никому. But I will tell my government what to do for me, rather than the other way around. Но я буду говорить своему правительству, что оно должно для меня делать, а не слушать правительство, которое учит меня, что делать. It is a simple proposition I make to you here. У меня есть простое предложение для вас. But it is the solution to the future. Но именно это простое предложение и есть решение для будущего. Заставляйте свое правительство, что вы хотите, а не что оно хочет. Вы еще хотели, вы не продолжили, вы выразили благодарность, и все, давайте. Мы просто... Вопрос будет такой. Listen, I've been to jail so many times, right? Я много раз был в тюрьме. That I now look forward to it, it's like a holiday. Я на это смотрю спокойно, это для меня как каникулы. And all I've ever done is tell the truth. И всего лишь я всегда говорил правду. Так что тюрьмы не боюсь. And the food is generally better. И, кстати, пища в общем в тюрьме лучше. And I'm here, and there's no violence in me, there's no vendetta, there's no brutality. Я здесь, никакого насилия, никакой вендетты, никакой грубости. Can't you all be like that too? Почему вам вот так же себя? You know what I mean? None of you are my enemy. You cannot be my enemy. You are my human race. I love every single one of you. The greatest thing we have is to be human beings. Это человеческая раса, и я люблю каждого из вас как представителя моей человеческой расы. Девушка, еще, пожалуйста, ставьте свой вопрос. And this is not a joke. What I'm telling you now is my absolute philosophy in life. Это не шутка, это моя абсолютная философия в жизни. Девушка, пожалуйста. Если допустить такую мысль, что музыка бы не стала вашим основным занятием, чем бы вы, на что бы вы тогда могли направить силу своей энергии? Или просто, чему вы любите посвящать свое время? If we can just imagine that music is not part of your life, then where you should direct your energy? What was your other interest in your life? That's the greatest problem I ever faced was for 20 years where the record company stopped me working. Самая большая проблема, которую я для себя открыл за эти 20 лет, за которые я вынужден был не работать из-за рекорд-индустрии. Because I realized that once I joined the Pistols, writing, thinking, telling the truth really mattered to me. Когда я присоединился к Sex Pistols, значит, писать, петь, говорить правду, это действительно для меня много важно. And that was stolen from me. И это было у меня украдено. But I found that by
running around in the jungle with monkeys, I was just as happy. That is music in itself. Но я также понял, что, например, просто гуляя по джунглям вместе с там окружённым обезьянами, это тоже здорово, и это тоже музыка. And swimming with great white sharks. И, например, плавая с потрясающими белыми акулами, это тоже музыка. Musical. Это музыка. And that's Mr. Rotten for you. И вот такой я мистер Роттен. I'd like some food. Ну, давайте. What I'm trying to tell you is that everything in life has a musical pulse. Everything. Все, что случается в жизни, all of it. Все, что в жизни случается и происходит, имеет в себе музыкальный пульс. So ultimately, I was denied nothing. I was given access to a greater concept. Вот, я ничего не отверг, я получил как бы доступ к более большим вещам. Which has resulted in the Holiday Inn in Moscow. Что в итоге закончилось в Holiday Inn в Москве. Я заметила, что многие британские музыканты впоследствии переезжают жить в Америку. Они чувствуют там больше свободы или более оцененной свою музыку? They've all gone quiet. The question, so many British musicians prefer to live in America. Why? It's more freedom there or No. The reason they do that is for the bigger money. Wait, this is an important. Они это делают исключительно из-за больших денег. А вот этот человек живет в самой бедной области России, в Туве. Это самая бедная республика России. I moved from England to Ireland to America because of police harassment. Да, у меня... Quite different. Я из-за полицейских преследований переехал в Ирландию, а потом в Америку, из-за того, что меня преследовала полиция. But I never allowed myself to feel like a victim. Но никогда не позволял себе чувствовать себя жертвой. In fact, I loved the attention. На самом деле, мне нравилось это внимание. Because the more these political manifestos come onto you and hate you and resent you, the clearer your vision becomes. And you realize that what you're doing is actually important. В той мере, как к тебе все ближе и ближе подходит вот политическое, как бы, чем ближе к тебе подходят всякие, значит, полицейские, да, все, прочее, тем в большей степени ты ощущаешь, насколько ты прав и насколько ты важные вещи делаешь для And this is Pill. This is Bruce. This is Lou. This is Scott. This is Rambo. And you can call me whatever you like. But you cannot call me liar. There you go. Вот это наш пил, это вот наше сообщество, названы все ребята по имени, и вы можете называть меня кем угодно, но вы не можете сказать, что я лжец. Все, ребята, давайте наверное, заканчивать уже. Ну давайте, вот два последних, давайте. Let's end this with... Wait! Two last. I am the world's vagina. Я... Vagina? And I need no douche. I am clean. That's untranslated. Translate. I am the world's vagina. Я барабан мира. Я влагалище мира. All women are innocent. Все женщины невинны. And an oil and vinegar based douche. И, значит, масляный и как уксусный душ. From a vagina. Из влагалища. Is the best salad in the world. Это лучший салат в мире. Peace.
I said, Tom, I said, peace. That's it. I said, huh? Do you like us? I was like, yeah. Do you know any? Do you know any funk musicians from Russia, and do you want to meet some of them? You shouldn't accept the term punk. It's a category. Во-первых, не нужно вообще вот этими категориями. And therefore, you're eliminating. Wait, you're eliminating your bigger potential. Если вы начинаете вот к этим категориям серьезно относиться, вы тем самым, I am king of the punks. Вы тем самым как бы лишаете себя более широкого потенциала. Я король панков. And let me tell you, there is no king. Но в то же время я вам скажу, нет никакого короля. There is no rule. Нет никаких правил. The basic principles are tell the truth. Expand your universe and learn. Единственные принципы правильные – это говори правду, значит, расширяй свою вселенную и учись. Cheese? Да. How was that for you? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Джон, если бы у вас была такая ситуация, что вы должны были лишиться способность реально реально оценивать все, что с вами происходит, с политикой, с миром, с мужиком или с своей умрой. Что бы это было? Странный вопрос. One of two things: sense of humor, or the possibility to evaluate reality. I understand where she's coming from philosophically. Tell her this first. Я понимаю, откуда вы философски происходите. But that is a point of ignorance. Ну это на самом деле. Because those conclusions you are making are not your own. Но эти выводы, которые вы делаете, это не ваши собственные выводы. You are following institutionalized thinking when you ask me a question like that. Вы значит, следуете каким-то институционализированным значит, институционализированным методом мышления, когда вы спрашиваете меня эти вопросы. You must always think as an individual. Вы должны всегда думать как индивидуум. Not part of the machinery. Не часть машинерии. And then you will understand why Johnny Lydon is completely rotten. И тогда вы поймете, почему Джонни Лайден полностью ротен. Very fine thing. But it's all in here. Свобода очень такая смешная вещь, но она. I spent a lots of time in prisons. Очень много времени я провел в тюрьмах. You can lock my body up, but you cannot lock my mind. Вы можете закрыть мое Ever. Закрыть мое тело, но вы не можете никогда закрыть мой ум, мой разум. Давайте заканчивать это все. Давайте, спасибо вам большое. Peace. Now this is going to come, but I need to go to the toilet really quickly. Right? We are Lulu of the pill. We are Lulu. We are Lulu. We are Lulu of the pill. We are Lulu.